Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Турнир закончился, и колода Лига Самураев достается нам. Смотрим, ребята, что у нас тут. Сюрики. Отлично, так, Бакстер. 50 серебряных и 50 золотых осколков. Так, ежедневные награды, ребят, забираем. Так, отлично, и здесь. Все, шикарненько. В общем, так, теперь давайте пробежимся вот здесь. Так, 4 ДНК Леонардо, 2 золотых осколка, Сплинтера 1 ДНК, угу. Так, Кунаичи 2, 2 портала, 3 доллара и 500 мутагена. Так, давайте, наверное, заберем реварды теперь. Так, 20 сюриков и еще 20 сюриков, замечательно. Ну что, предлагаю, наверное, сделать серию испытаний пройти. Давайте-ка сделаем, ребятушки, это дело по-быренькому, тем более здесь у нас все должно быть на изи. Так, так, так. Да-да-да, наш основной, ребята, коллективчик будет сейчас выступать против Бибоба и Рокстеди, насколько вы помните. Ну что же, здесь все, в принципе, легко и простенько. Конечно же, автобой у меня будет, ребята, рулить. Вы сами понимаете, зачем я это все делаю. Хотя, ребята, мне не нравится, как ведет себя в нашем окружении зэк. Вечно он здесь просирает у нас. Но не в этот раз, поверьте мне. Только не в этот раз, поэтому все должно быть здесь у нас великолепненько. Так, отлично. Изумительно. Минус. Футовиц, как говорится, упал. Теперь давайте... Тихо. Давайте-ка мы с вами, наверное, попробуем. Молодец, Лео. Ты правильно все сделал, все отлично. Так, успокойся, а. Так, Рокстеди. Да что ж такое-то. Так, ребята, правильно, в принципе, Крис делает защиту. Все нормуль. Так, провокацию делает Рокзар. Ну, в принципе, все, ребят, здесь уже победа за нами. Причем никто у нас здесь не должен упасть. Никто не должен пострадать. Все, как говорится, на мази. Так, Крит. Даже не Крит, ребята, это у нас контр. Ну, он и не понадобился. Замечательно, все. Сделали мы задание, естественно, забираем с вами реварды. И тут у нас еще много чего будет интересненького. Так что сегодня, кстати, ребята, я, наверное, пойду. Слушайте, наверное, пойдем сегодня на лигу с вами, да. Начнем с этого, пожалуй. А в следующей серии будем уже проходить всякие виды испытаний. Так, поднять уровень персонажа. Ну что ж, давайте. Ага, у Леонардо надо забрать вот это вот, обменять. 280, замечательно. Кому мы с вами... Подожди, два навыка. А где два навыка? Я не вижу никаких двух навыков. Че они свистят мне здесь? Обманщики. Так, кому бы нам поднять уровень-то? Я даже не знаю. По идее, я всегда, ребята, поднимаю уровень самым низшим слоям. Но, как вы понимаете, надо здесь укреплять уже своих ребятушек, да? Так, ну что, мы сегодня еще, наверное, с вами получим уровень. По крайней мере, я на это надеюсь. Тут осталось-то совсем ничего. 400 очков, ребят, нам заработать. И, в принципе, уровень будет в кармане. А мне это очень надо. Так, ну что, Бакстер Стокман, я смотрю, к нам идет. Прям сам бежит. Ай, нет, здесь ничего не досталось. Ну, блин, да что ж такое-то. Ну, только похвалить хотел, ребят. Ну, вот, ну, как понимаете, не совсем быстро мы его получим. Но, тем не менее. Так, кого бы, я даже не знаю, ребят. Давайте вот, ага, 330. Блин, немножко не хватает, ребята, чтобы нам муху можно было апнуть. Всего лишь 28 осколочков золотых. Так, кого бы... Кого? Я даже не знаю, ребят. Они все... О, смотрите-ка, Макмен. А ну-ка, давайте-ка его поищем немножечко. Пошурудим. Ай, выпадет? Выпал, красава. Давай еще разок. Ну, выпади, пожалуйста. Е! Вот это уже хорошо. Вот это уже замечательно, я бы сказал, ребятушки. Ну, третий раз даст? Нет. Редко, когда дает третий раз, ребята. Из трех попыток... Три раза, как говорится, такого практически не бывает. Хотя, вру, бывает, но редко. Ну что, неужели Рокстеди, а? Или Леонардо? Я даже не знаю, блин. Ладно, была не была. Навыки. Оу. Так, погоди. Новый уровень не получится, давайте мы ему кролик-бульдозер. Так. Погоди, а, он у нас находится в этих только. Ну давайте еще улучшение сделаем. Так, это уже получается третья ступень. Ну что же, я считаю, что это хорошо. Уровень, конечно, мы не смогли поднять, потому что, ребята, у него предел по уровню. Так, а вот здесь вот найдем мы или нет? Ксевер, давай, находись, пожалуйста. Ага, одна ДНКшка есть. Блин, пиццы не хватает, ребята, что за дела?
Что за дела? У нас не хватает пиццы. Так, давайте тогда забирать реварды. Что нам еще осталось? Поднять уровень персонажа же. Забыл, елки-палки, совсем уже. Отвлеклись, как говорится. Ну что, кого будем, ребят, с вами поднимать? Давайте вот так, наверное, Леонардо. Я думаю, что от него будет... Да просто вы издеваетесь, что ли, надо мной? Смотрите, мы ему можем прокачать вот это вот. Ох ты, еще. Прикиньте, ребят, 4-ю ступень получает у него. Черепашка действует, называется, способность. Нет, это, конечно, все хорошо, что мы апаем там. Но нам-то нужно уровень поднять. Стиранко. На самом деле это Степанко. Да, именно его 29-й уровень он у нас получает. Ну что же, ребятули, забираем полностью здесь весь ревард окончательно, как говорится, даже ДНК Рафа. И... Да, у нас в магазине еще две колоды. Как я про них забыл-то, ё-моё. Давайте-ка срочно вскрывать. Ага, нормуль. Вот и пицца подоспела, как раз она нам нужна будет. Так, это была первая колодушка. Давайте сразу приступать ко второй, смотрим. Жалко, конечно, ДНК нам не достался. А здесь, я смотрю, кто-то есть. И это у нас Майки. Ха, замечательно. Ух, так, пицца есть, все есть. Так, тут у нас, блин, может взять. Давайте купим, ребята. Гекка лишним не будет. Тем более в дальнейшем он нам сильно пригодится. Так, сколько у нас? 103 монеты. О-хо-хо, ребят, я буду брать. Вы ж меня извините, но я буду брать лису. И раз уж я решил на нее копить, все. Не отступать, как говорится, не сдаваться. Ну а здесь не хватает нам жетонов. Жаль, конечно. Ну что, будем, наверное, приступать, ребята, к лиге. Я думаю, что это самый оптимальный вариант на сегодняшнюю серию у нас, да? Ах, тут у нас еще осколки есть. Давайте-ка тогда осколки позарабатываем. Ха, почему бы и нет? Поехали. Так, волна 1-1. А, так он у нас здесь один. Что я, елки-палки, в самом деле-то, а? Ну что, Бакстер, здорово. Упадет сейчас с удара, поверьте мне. Ты, пум, готов. Ну, это понятное дело. Следующий уровень у него, по-моему, будет сороковничек. Поэтому также без проблем мы его разберем. Ух, приближаемся, ребята, приближаемся потихонечку к следующему уровню. Так, да, 40-й левел, так что даже с закрытыми глазами мой автобой его просто вздрючит. Словно чучу, так что поехали. Ну, да куда ты волну свою делаешь, родной ты мой, успокойся, пожалуйста. Тебе она не пригодится. Ай-яй-яй, Раф, ну зачем, зачем? Хотя, в принципе, ребята, если он сейчас будет бомбить, а он будет бомбить ракетами. В принципе, да, логично, что Рафик сделал провокацию на себя. Отлично. Без единой царапинки мы с вами проходим. Так, сейчас у него будет 60 уровень. По-моему, так должно быть. А ну-ка, смотрим. Так, 16 серебряных осколков мы уже получили. Это довольно хорошо. Ну что же, разыгрывается 8 золотых осколков. Надеюсь, мой автобой здесь меня не подведет. Ну что, родной, давай поговорим. Ага, вот это плохо, что он начал с волны. Это очень плохо. Нет, 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 Лео, здесь вряд ли поможет твой отхил. Здесь слишком большой дамаг от постепенки идет. Ой, да он еще и маузеров вызвал. Ядре... Все. Ну, ребят, извините, как говорится, не всегда все хорошо получается. Но, поверьте мне, если переиграть, мы пройдем, должны пройти. Просто у него так все идеально здесь сложилось, да. И он сделал и волну, и у него маузеры сразу же. Слишком жирно все. Ладно, проиграли мы с вами здесь. Ну что же, теперь я думаю... Да, теперь я думаю, действительно, ребятушки, нам пора с вами отправляться на лигу. Кстати, а что у нас тут за... Ага, крип будет разыгрываться. А испытания какие у нас? Так, ярость Рафа и борцы с преступностью. Слушайте, но этим мы с вами займемся обязательно. Займемся только в следующей серии. Потому что если я буду сейчас и то, и это проходить, слишком долго и длинно все получится, ребята. Вы будете психовать, нервничать, критиковать. Поэтому давайте с вами начнем с лиги. Дойдем, как говорится, до своего предела. Используем всех своих героев. Отдохнем. В следующей серии обязательно встретимся и продолжим играть. Ну что же, 15-18 уровни. Поэтому давайте начнем вот с этих вот ребятулек. Ну, опять же, хочу оговориться, ребятушки. Это не означает, что если они у меня 20 уровня, то они будут здесь у меня очень сильными. Хотя Макман здесь ватный какой-то. Но не забываем, что здесь есть носорог Рокстеди, который очень больно бьет. Так, жарит гад, а? Блин, на Леонардо повесил постепенку, а? Ты посмотри. Хотя нет, вроде бы нормуль у нас тут все получается. Ребят, играет у меня здесь автобой.
Так, хорошо, давай. Ну что же, Рокстеди упал у нас. Ой, а вот это вот плохо, ребят. Сейчас если... Да нет, должны завалить. Блин! Ну, чисто. Идеально, я даже сказал бы. Ну, в принципе, я доволен. Доволен как удав. Так, сколько мы с вами получаем бонусового мутагена? Это должна быть небольшая сумма, но тем не менее. 231. Ну что, я считаю, что это неплохо для первого боя. Поэтому, ребят, поехали дальше. Так, Лига воинов у нас и... Ну, давайте, выбирать будем самых сильных здесь, естественно. Так, 11-11, да. Я думаю, что это будет вот этот вот паренек. А может, это девочка, не имею понятия. Так, 16-15 уровни. Берем вот так вот. Ха! У нас совпали, да, ребята? Два из космоса, две черепашки. Ладушки, это у нас кто? Лео и Рафик. Да, по-моему, Рафик. Тюнс! Ого, неплохо Лео шибанул-то. По хану получил. Так, ну. Ать! Оу, какой ватный оказался Кирби здесь. Ну, Рокстеди, ты-то, надеюсь, хоть что-то здесь сможешь противостоять, нет? Наверное, нет. Поджарили его. Ах ты, постепенку не повесили. Но, тем не менее, ребят, мы проходим, опять же, здесь идеально. Для меня важна идеальная победа, чтобы мы с вами получали как можно больше опыта и как можно больше мутагена. В этом, в принципе, и заключается вся суть вот этой лиги. 71 место. Это у нас Лига воинов, ребята, трехзвездочная уже. Так что выбираем опять самого сильного. И я вижу это 12-13, да, ребята, приступим. 25 и 23 уровни, это довольно мощно, я вам скажу. Слушайте, как-то вот надо мне отступление делать, ребят. Блин, неужели нам... Давайте попробуем, наверное, вот так, в обратном порядке взять. Хан и Армагон. Все, в принципе, ребята, Рафика и этих мы пока трогать не будем. Хотя хочется, ну, не будем. Ладно, ребятушки, давайте посмотрим. Прорулим мы здесь, не прорулим. Победим, не победим, хотя враг, в принципе, не такой уж и сильный. Но, опять же, как видим, Бакстер. Бакстер здесь находится, а он меня всегда нервировал. Именно своими атаками. Так, Маузер, успокойся, пожалуйста. Ну что вам вот... Ой-ой-ой-ой, Хан, как же так? Да что ж такое-то, ребят, ну... Что за нефарт? Ну, пробей! Блин, ну, Лео, ну ты опять меня подводишь. Ой-ой-ой. Нет, только не маузеры. Ох-хо-хо-хо-хо. Ребят, короче, мы здесь, по-моему, с вами сольемся. Вот почему-то кажется мне так. У нас уже практически нет здоровья. Давай попробуем добить. Ну, Так, Пит. Блин, гаденыш, а? Да, нет, пройти-то пройдем, но... Вряд ли, конечно. Идеальной победы у нас не будет. Да что ты, успокойся уже в самом деле. Ну-ка, валуном прибьем его. Нет, нет. Как же так, ну, Армагон. Отлично, хотя бы он. Да, очень паршивая тут у нас получилась с вами победа, вот если честно. Ну да ладно, многого мы не получим. Я даже сейчас 140 всего лишь 140 мутагена. И, ну, хотя бы на 32-ю позицию упали. Ладно, в принципе, сгодится. Но могли бы, ребята, в разы лучше сыграть, согласитесь. Так, 12-13, да. Я думаю, что с этими ребятушками 26... Да как так-то? Мы только начали играть, уже такие уровни у ребят. Вы посмотрите, а? 26-й, 27-й, это практически на самом начале этапа игры. Это жестко, конечно. Ладно, давайте смотреть тогда, что у нас здесь получится такого идеального. Так, бросаем. Ну ладно, в принципе, сгодится. Так, мой Донателло решил... Ага, решил бумеранг бросить. Ладно, хорошо. Так, а вражеский Донни не успокоится никак. Оу, сейчас они мне, по-моему, майки разбомбят, ребята. Смотрите, у него очень мало здоровья. Очень мало здоровья! Да получи ты. Блин, Лео какой крепкий, а? Вражеский, ты посмотри. Ты посмотри, какой крепкий. Блин, упал у меня все-таки майки. Ай, родной мой. Так, ну что, я смотрю, только носорог здесь неплохо у меня бомбит. Мой причем носорог, а не его. Да его, в принципе, тоже неплохо бомбит. Так, хорош, что он там будет стрелять? В кого? В Доника. Так, добьем и Лео. Добили, все отлично. Так, ну что, остается вражеский Лео и вражеский Рокстеди. У нас пока преимущество по юнитам. Оу, контр, контр стоит, контратака. Оу, Донни, я рад за тебя, ты довольно неплохо жгешь, ядрить тебя на корень. Пробьем, нет, как думаешь? Давай не будем рисковать, вот так вот сделаем. Не-не-не-не, не падай, Доник. Держись, ты мне нужен. Да, чтоб тебя, блин. Этот Рокстеди нервирует. Ну, в любом случае, мы здесь должны выиграть.
Мы должны выиграть. У меня, по крайней мере, носорог очень мощный. И он последний у меня. Тихо, 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 тихо. Последний из магикан. Бросаем. Так, ну, пробьем, нет? Должны пробить. Конечно же. Такая мощная атака еще бы не пробила бы. Что-то как-то все хреновее и хреновее мы с вами проходим, я вот смотрю. Очень кисло, опять 140 мутагена получаем. Ну и хотя бы в элиту зашли, ладно, уже плюс. Но бойцы-то наши тратятся потихонечку, да? Мы стоим с вами на пороге начала только лиги, так что боев будет впереди очень и очень много. Давайте, наверное, вот... давайте вот этих возьмем, да? Слушайте, тут Пит, да, Гекка, в принципе, должны их разобрать. И я возьму вот этих вот своих ребят. Не знаю, ребят, не уверен, конечно, но хотелось бы вот так вот. О, Лео и Стиранко. Хотя, на самом деле, я уже задолбался говорить, что это Степанко. Будем называть его Степанко. Степаненко, ё-моё. Иван Степаненко. Да, вот так вот будет идеальное название для него. Ну что же, давайте пропишем, посмотрим, как мы отнимем. Я не хочу, ребят, чтобы он просто вставал у нас в стойку. А вы знаете, что он встает в провокацию и... Оу, Лео! Вот это нежданчик. Я, ребята, этим суперударом в первый раз воспользовался. И я очень рад, я впечатлен, что он так бомбит. Массово, причем нехило. Так, ну что, Степаненко, давай бомби. Отличненько, идеальненько. Так, главное, чтобы никто не упал у меня больше, блин. Не хочу я, ребят, получить мало мутагена и опыта, соответственно. Так, давай пробьем Пита. Ай, да вот, ну, естественно, естественно, подхаливыч, как всегда. Из-под тишка. Ну, он за это поплатился. Иванушка, как говорится, прокумарил его своим кастетом золотым. И он упал. Сколько мы получаем? 282 мутагена. Мутаген нам нужен, ребятушки, и желательно в больших, я бы сказал, в огромных количествах. Потому что очень много персонажей у меня, очень много нужно прокачивать, проапывать. Так что игруля, ребятушки, еще раз, кто не знает, у меня не ломаная, как многие играют уже на ломаных, и у них там много денег. У меня же все наоборот, мне приходится добиваться всего самому. Тяжело, долго, но зато честно. Хотя честность мало кого, наверное, волнует. Ну да ладно, ребята. Зато я так лучше, поверьте мне, как-то с игрой сливаюсь. Как говорится, начинаешь с самых азов, постигаешь потихоньку, полигоньку. А когда у тебя все это есть, оно, поверьте мне, неинтересно. Играешь на, как говорится, отвали моя черешня, никуда не вникаешь и так далее и тому подобное. А я вот нет. Мне приходится, ребят, пыхтеть, потеть, за каждую карточку робеть. Фух, в общем, как-то так. Да что такое? Я никак не ожидал, что он такой крепкий. Эй! Да мы еще и промахиваемся. О-о-о, Джастин! Ну, бомбани! Короче, я все понял. Эта катка, по ходу дела, у нас полностью идет в слив. А вы знаете почему? Во-первых, я переборщил свои силы. Я думал, что мы порвем нашего противника 20 и 22 уровнями. Но, как видите, я очень глубоко ошибался. И за это, естественно, ребят, за это поплачусь сейчас. Но если не всеми своими бойцами, то большей половиной. Хотя, судя по тому, как нас просто здесь колбасят, ой-ой-ой, скорее всего, мы даже не сможем никого здесь положить. Вы представляете, как это будет позорно? Я, наверное, это вырежу и уберу в дальний шкаф, чтобы никто этого не видел. Да чтоб тебе, Кулаичи, да ладно. Блин, ну, нет. Позорно, позорно, ребят. Вот так вот. Я понадеялся, что мои бойцы будут сильнее этого. А это у нас не это у нас девушка. Мы играем против, ну, наверное, девушка, я так понимаю. Хотя не факт, опять же. Ну, ладно, скажем так, девушке проиграть не стыдно. Я все-таки отмазался от этого нелепого проигрыша. Да, ребята, на самом деле, вообще ни одного бойца не положил. Кто же это такой-то у нас, а? Это у нас Ирина была, вот, что я вам скажу. Ладно, Иришка, молодец, порвала Рея, красава. Ну что же, а мы с вами не унываем и двигаемся тогда дальше. И выбираем с вами, 12-14, да. Нам придется вот с этим драться. Это у нас Павел. Хорошо, Павлуша. Русиш, я надеюсь. Да, русиш, потому что у него по-русски написано. Так что это хорошо. Ну что ж, давайте смотреть, чья команда будет сильнее. Начнем, пожалуй, давай так. Оу, неплохо, неплохо, совсем неплохо. Нам нужно ликвидировать Баксера. Почему? На это много причин. Во-первых, он хиляет.
Да. Во-вторых, у него есть плевок. Но я думаю, что вряд ли он, конечно, раскачан здесь был до этого. Так, так, отлично, отлично, отлично. Провокация. Надеюсь, он не такой сильный, мы сможем его все-таки пробить. Иванушка, отвали. Давай-ка вот это посмотрим, что это такое означает. Оп. Ой, слабо, слабо. Ага, у него провокация плюс защита. Усиленная защита, ребята. Я даже к северу не может взять его. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Успокойся, пожалуйста, Донни. Не надо, не надо причинять нам боль. Да что такое? Ты посмотри, какой гад сильный, крепкий, а? Встал, блин, в позу называется, а? Когда у него... А, все, у него спала, ребята, у него спала защита. Давайте его по-быстренькому будем пропечатать. Да иди ты! Ах, промахнулся. Ну и что ж, блин, да ладно. Я не знаю, ребят, что делать. Ну, давай так, давай пробьем. Пробиваем, пробиваем, пробиваем Ивашку. Есть, отлично, ребята. Иван пробит, все. Нам осталось только положить Доника. Желательно, чтобы он не нанес нам больше урона. Так, давай так вот, клюшкой. Е! Ух! Отличненько, идеальная победа. Ребята, я уже боялся, что моя черепашка упадет здесь. Но, как видите, выстрела. Умница. Почти 500 мутагенов заработали. И элита двухзвездочная. Я нас поздравляю. Но это еще не все, ребята, еще очень много боев впереди. Поэтому не будем, как говорится, расслабляться. Будем только лишь концентрирование играть. 13-15, да, это наш идеальный враг. Юнгфлу. Юнгфлу, Юнгфлай точнее. Ну ладно, Юнгфлай. Что-то мне как-то не нравится, ребят. Я не знаю, сможем ли. Но мне неохота просто так бойцов этих оставлять где-то там позади в хвосте. Я хочу просто, чтобы они были реализованы. Даже если они у меня проиграют, мы хотя бы немножечко с вами куда-то продвинемся. А так они у меня просто будут не задействованы, и это очень плохо. Так, иммунитет повесил на всех, ладно. Оу, Майк, не может быть, тебя с удара практически снесли. Я даже не знаю. Давай попробуем, получится, не получится у нас. Нет, зачем я это сделал, ребята, когда у них стоит иммунитет? Это было глупо просто-напросто так делать, если честно. Оу, вот и все, вот и нет Майки. Вот и нету Майки, ну, давай. Смешно, споткнулся, я ни хрена не сделал. Ну-ка, пробьем, плевок. Так, ну, по крайней мере, атаку понизили. Добьешь, Раф? Ну, добей ты его, е. Все, Бибоп, короче, валяется. Так, ну тут массовая атака. Ну ничего сложного нету, ничего плохого. А вот то, что... Да, то, что вот нам атаку понизили, это плохо. Замечательно, Гека сработал. Так, снято, что ты там снимаешь себе? У тебя ничего там все равно не было. Так, стоит, провокацию берем. Так, что дальше? Давай давить, попробуем. Получится у нас Майки продавить или нет? Ага, атаку понизили. Да ладно, что такие крепкие-то здесь они, а? Но мы с вами отстаем, конечно, на 3 уровня. Но это не настолько же, чтобы вот так вот профукивать все это дело, ребят, да? Макман, в принципе, неплохо справляется. Ну, Раф, отлично, Рафик сделал свое дело. Давайте, наверное, возьмемся вот так вот. А, Майк, нравится тебе? Не-не-не-не, стой. Не падай, ты, главное, у меня не падай. Ты должен стоять. Блин, сейчас упадет, да. Но вот Лео, я заметил, да, в любой своей форме он все равно какой-то крепкий. Но он не зря, у них все-таки лидер, предводитель этих черепашек. Ему, наверное, так и должно быть написано, чтобы он должен быть крепким парнем. Так, ну, пробьем хотя бы мы... Оу, нет, 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 ребята, неужели слив? Это похоже на слив. Гекка падает, и Макмен, соответственно, здесь один ничего сделать не сможет. Хотел я, конечно, Эйприл уничтожить, чтобы она не хиляла черепашек, но, как видите, ребята, поплатился за это всеми своими юнитами. Да, да, да. Соответственно, я ничего абсолютно. 24 мутагена, и позиция, наверное, будет 66-я. А, 64-я. Ну, хотя бы так, обычно вообще на одну ступеньку передвигают тебя. Слушайте, ну вот, конечно, все, я больше таких ошибок допускать не буду, ребят. Хорош, надоело. Давайте уже по существу. Так, какие тут? 30 и 32 уровни. Соответственно, мы с вами выбираем. Пропускаем вот этих ребят, пропускаем. И, пожалуй, вот начнем с них. Да, все, в хлам, как говорится, в хлам. Всех будем пускать в расход. Так, понеслась. Тут у нас с вами... 45 уровней, никто даже пикнуть не успеет, поверьте мне, никто.
Хоба. Нет, не отлично. Вот теперь отлично. Удар массовый. Да, твоя защита здесь, Донни, уже, извини, не поможет. И твой тоже вот этот вот... Что-то мне скорость понизил, тоже не поможет, Раф. Отлично. И добив... А, нет, не добивочный от Донни. Сейчас добивочный будет. Все. Бибоп. Хоп. Танец. Хоп. Хоп. Нормуль. Двигаемся с вами, ребят, соответственно, дальше. 710 мутагена. Попадаем с вами на трехзвездочную элиту. Слушайте, нам бы хотя бы дойти до самурая однозвездочного. Это уже было бы, в принципе, неплохой прогресс. За один какой-то день. Да какой день? За пару часов попасть в лигу самураев. Ну что, давайте тогда начнем. Тут 30-33 уровни. Наверное, вот так мы с вами сделаем. Я не хочу просто уже рисковать, ребят. Можно было бы, конечно, взять слабеньких своих. Но не хочу. Надоело как-то позориться. Поехали. Йо-хоу! Суперудар от Шреддера. Отличненько, великолепно. Крис упал. Естественно, упал и Кирби. А тут, тут никого не вижу. Никаких сопротивлений. Просто-напросто. Дэнь, Дэнь и Гека. Нет, Гека не упадет сейчас. А теперь падает. Все. Просто изейше идем. Вот как только начинаем, ребята, брать своих юнитов против вражеских на 2-3 уровня выше, все, они просто рассыпаются. Вот и однозвездочный самурай у нас, ребята. Слушайте, а сколько мы еще с вами сможем боев провести? Давайте-ка посмотрим. Так, выбираем для начала. Это будет у нас 14-17. Идеально, идеально. Так, и Паукус, Карайка. Так, Эйприл, Карай и Железноголовый. Погнали. Разнесем в пух и прах. Вот, поверьте мне, сейчас будет просто изи-катка. Смотрите. Так. И, ребят, автобой опять же у меня рулит, так что не думайте ничего. Йоу, Крис упал. Да-да-да-да-да, конечно, Лео, как будто тебе это поможет. Нет, тебе это не поможет. Так, понизили скорость. Слушай, а вот это вот плохо, плохо. Плохо, что вот сейчас сделал у нас Сплинтер. Ох, постепенку повесил на всех. Да ну нафиг, не-не-не-не-не-не-не. Мы не должны так просто сдаться. Давай, так, Сплинтер минус, отлично. Гоним дальше, ребятушки. Так, черепашка, эй. Так, ну что, Железная голова имеет провокацию. Это очень хорошо, нам в плюс. Я надеюсь, Эйприл все-таки сделает отхил. У нее есть, ребята, у нее есть эта возможность. Блин, она бросает свой веер. Я думал, будет хилять. Нет, чего-то терпит. Чего-то выжидает какого-то, видимо, момента. Надеюсь, она правильно сейчас все сделает и разрулит. Не-не-не-не-не, только не бомба. Ой-ой-ой-ой-ой, ну, фух, молодец, молодец, Эйприл, ты правильно сделала, идеально все. Ну, что ж, нам остается только разбирать этого Рокстедика. Бум, так, пол хп у него уже отнято. Сейчас только защита у него, мы даже через защиту пробили его с помощью Паукса. Я считаю, что это очень хорошо было. Ладно, двигаемся с вами дальше, у нас, по-моему, еще на пару боев, ребят, хватит запала. А может быть, мы с вами попадем в самурай двухзвездочный, а? Вообще будет шикарно. Так, ну что, выбираем идеального, идеального. Так, они все абсолютно одинаковые, поэтому давайте возьмем. Ой-ой-ой, я вот хочу. Да, вот так вот. Я не хочу, ребят, чтобы там носорог был. Ну что, наша вот эта комба, это просто смерть. Смерть буквально до Лиги Сёгунов. Я могу даже с закрытыми глазами играть вот этой комбой. Просто ставим автобой, и он тут разруливает все по чердаку. Тут не слэш, никто не поможет вообще. Потому что у нас тут, извините меня, 70-60 уровни. Куда? Куда ему тут против 40-го-то тягаться со мной? Нет, конечно же, ребят. Все. Слушайте, но у нас есть, знаете что, у нас есть 5 откатиков. То есть мы можем сделать еще один бой. Сейчас посмотрим, мы перейдем с вами? Да, конечно, перейдем. Самурай, 2 звезды, 54-я позиция. Слушайте, я, наверное, знаете, что сделаю откатики. Вдруг мы с вами попадем в лигу... Однозвездочную, как вы думаете? Ведь такой шанс может быть? Может быть. Так, опачки, опачки, Гекка. Так, давайте, ребята, повышать его по рангу. Он у меня становится трехзвездочным с серебряными звездочками. Отлично. Ну что же, Гекка уже не такой будет слабенький у нас, по большому-то счету. Так, что, у нас еще есть пицца, и я думаю, что можно ее куда-то потратить. Ребята, может быть, мы с вами даже сейчас получим уровень. А нам обязательно нужно его получить, и поэтому давайте-ка найдем... Во, а, не, Макмана мы уже делали.
Погоди-ка. Кого же можно-то тогда? Что-то я даже немножко потерялся, ребятушки. Так, подожди. Мы, по-моему, Ваньку полностью или нет? Сейчас посмотрим. А, вот, Ванюшенька, ты и попал. Как раз идеально. Идеально, мы сейчас найдем на тебя ДНКшки. Ну, уровень, хочу уровень. Там немножко осталось, ребята, вообще. Буквально грамм... Ай, 3 звезды, не хватает. Что ж ты будешь делать? Так, давайте посмотрим, кого. Кого еще, блин, я даже не знаю. Так, тут у нас Хана, давайте Хана, фиг с ним. Была, не была? Я иду со двора, погнали. Так, замечательно. Ну и последний, ребята, разок. Да. Поздравляю нас всех, мы с вами зарабатываем 82 уровень. Вообще отлично. Так, пиццы нам дали, баксы, сюрикены и карточку Паукуса. Да. Вообще шикарно. Просто шикандос. Так, ну что, еще 120 мутагенчика. Все, сколько у нас? У нас там пиццы-то хватает. Мы можем, ребята, еще с вами кого-нибудь поискать. А вот кого? Змейка Вьюна? Ну, давайте посмотрим Змейка Вьюна. Надо всю пиццу сливать. Потому что будет у меня перерыв. Естественно, она будет копиться. А зачем она нам сейчас нужна? Не для чего. Поэтому нужно обязательно ее сливать всю. Так, хоть какой-то будет от нее толк. Так, замечательно. Ох, ДНКшки падают, и это хорошо, ребята. Давайте еще здесь с вами заберем. Будем брать до тех пор, пока нам не скажут: парень, а у тебя закончилась пицца? Ты желаешь купить ее? А мы скажем: нет, конечно же, зачем? Мы этого и добивались. Ай-яй-яй-яй, вот и все, по-моему, ребят, предел. У нас 13 пиццы всего лишь осталось. 140 сюрикенов еще зарабатываем. Кстати, мы в магазине с вами, мы можем потом купить все, что захотим. У нас достаточно сюрикенов для этого. Ну что, ребятушки, давайте посмотрим. О, у Паукуса 4. Так, погоди, не сюда. Давай мне эти, как их? Да, навыки. Ого. Зубастый. Паукус издевается над врагом. В начале хода увеличивает силу атаки на 20%. Ого, идеально. Так, вторая ступень, ребята. И все. Да, ребята, и все на этом. Мы с вами сегодня сделали все, что могли, все, что хотели. И на этом, пожалуй, я буду завершать свой видосик. Ну, а вам хочу сказать всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в эту игру. Так что всем пока, всем удачи и до новых видосиков.